الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته дорогие телезрители الحمد لله хвала Аллаху Господу миров что мы еще раз с вами встретились и в позапрошлых уроках мы с вами закончили первый и второй хадис. Коротко хотелось бы немножко напомнить о первом хадисе, где говорится о намерении, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, побуждал нас всех в том хадисе, побуждал нас всех к искренности в наших поклонениях. После этого мы взяли второй хадис, где является очень большим хадисом, в том смысле, что он величественный хадис в своем смысле. Почему? Потому что он заключает в себе всю религию. И там мы обсуждали, что такое ислам, что такое иман, что такое предопределение, тот, кто отвергает и так далее. Также обсудили признаки, которые пророк саллаллаху алейхи ва саллям перечислил, признаки судного дня. И, инша Аллах, сегодня начнем третий хадис из этой благословенной книги. Этот третий хадис называется «Столпы ислама». Он чем-то, иншаллах, похож на второй хадис, потому что здесь тоже говорится о пяти столпах, о пяти столпах ислама, которые мы уже с вами обсуждали. Но мы немножко здесь скажем подробно о всех столпах ислама, иншаллах. И давайте начнем читать этот хадис. Этот хадис передает Ибн Умар, радияллаху анху. Говорит, я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Поистине ислам строится на пяти вещах, на пяти столпах. Свидетельство, что нет божества, никакого божества достойного поклонения, кроме Аллаха, субханаху та'аля. Также Мухаммад является посланником Аллаха, субханаху та'аля, выстаивать молитвы». Здесь имеется в виду пятикратную молитву. Также нужно выплачивать закят, то есть милостыню. Нужно делать паломничество к дому, и также держать ураза. Ураза во время Рамазана. Этот хадис передает Бухари, также передает этот хадис в своем сборнике имам Муслим. То есть это говорит о том, что по единогласному мнению ученых этот хадис является достоверным. Благодарим автора этой книги, который решил собрать и оставить именно те хадисы, которые, во-первых, являются достоверными, во-вторых, которые являются самыми важными для жизни каждого мусульманина или мусульманки. Теперь давайте перейдем к этому хадису, содержанию этого хадиса. Мы уже говорили, что такое свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха, субхану ва та'аля. Сейчас лучше скажем, иншаллах, о втором столпе. Это второй столб, это является намаз, то есть пятикратную молитву. Именно о пятикратной молитве немножко хочется сказать побольше, потому что очень многие мусульмане, которые относят себя к исламу и считают себя мусульманами, многие его не читают. Поэтому и мы приведем, иншаллах, слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые указывают на то, что оставляющий молитву не является мусульманином. Во-первых, сам хадис, посмотрите, ислам зиждется на пяти вещах, на пяти столпах. То есть, на пяти столпах. Если одного столпа не будет, то эта вещь не будет держаться. Значит, любой из один из столпов, если уйдет, его не будет. Это раз. Во-вторых, в другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, намаз, то есть пятикратная молитва, это является самым главным столпом или осью ислама, который держит ислам. То есть, если не будет пятикратной молитвы, то есть, получается, не будет и ислама. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в другом хадисе, неверующего от верующего, или верующего, то есть от неверующего, отличает именно намаз. То есть мы, мусульмане, отличаемся от немусульман именно выполнением своих молитв.
То есть вот эти пятикратные молитвы, которые мы выполняем в день, мы этими отличаемся от неверных. Это явное доказательство, что намаз, оставляющий человек намаз, не является мусульманином. Если он, естественно, знает об этом. Если он не знает об этом, нужно ему объяснить. Нужно ему объяснить. Привести его в мечеть, или если есть возможность пойти к нему в гости, посетить этого человека, если это является каким-то нашим знакомым или родственником, надо ему объяснить это. Иншаллах, если объяснить, попросить Аллаха Субханаху Тааля, чтобы он открыл его сердце, он обязательно, иншаллах, примет, биизниллях тааля. Если ему не предписано, если Аллах Субханаху Тааля закрыл его сердце, естественно, он и не примет. Но наше дело просто рассказывать. Наше дело просто рассказывать. А примет он, не примет, это в руках Аллаха Субханаху Тааля. Теперь, пятикратный намаз, даже сахабы, даже сподвижники, оставление вот этого пятикратного намаза считали тоже неверием, тоже неверием. То есть, они все практически единогласно говорили о том, что оставление пятикратной молитвы является неверием, является неверием. Поэтому каждому человеку нужно задуматься об этом. То есть, если это приводит к неверию, значит, надо быть осторожным. Нельзя его оставлять. Даже, например, в исламских странах, где действует, например, шариат, там оставляющего намаза убивают. Убивают. И это очень опасно. Это очень опасно. Поэтому те люди, которые думают, что они живут не в исламских странах, что ничего страшного нет, что я оставляю эту молитву и так далее, как раз-таки очень-очень страшно. Если человек умрет без молитвы, он умрет неверным, то есть не мусульманином. И, естественно, те люди, которые не верили, те люди, которые считались неверными, они, естественно, попадут в ад, в огонь, вечно. Вечно будут гореть в огне. Вечно будут гореть в огне. Второй столб. Это был второй столб. Теперь выплачивание закята. Будем говорить о третьем столпе. Третий столб – выплачивание закята. Что такое выплачивание закят? Каждый человек, каждый мусульманин должен выплачивать ежегодно, в год один раз, из своего годового дохода 2,5%. У него есть свои условия, естественно. У него есть свои условия. Есть нисаб. Что такое нисаб? Это когда доходит деньги у человека до определенной суммы. То есть это измеряется золотом или серебром. Если у человека есть 85 грамм золота или 595 грамм серебра, то это уже считается, что дошло до нисаба. Это уже один из условий закята есть. Теперь, как сравнить это с деньгами? Например, есть у человека деньги, и если количество этих денег больше, чем цены 85 грамм золота, тогда он уже обязан выплачивать закят с этого. Но после того, как эти деньги простоят у него год. Потому что, может быть, у него эти деньги есть, и он будет расходовать с этих денег. И будет становиться меньше нисаба. В таких случаях он не будет платить. Кто платит? У человека есть, например, дома деньги. Допустим, скажем, 150 тысяч рублей. Это, допустим, скажем, что это больше, чем 85 грамм золота, например. Он, если это количество денег у него простояло год, то есть он оттуда ничего не брал, у него были как бы другие доходы, и эти деньги у него, если пролежали год, то уже два условия есть. Первое условие – это нисаб, то есть само больше, чем 85 грамм золота дошло. И второе – это пролежать должны эти деньги год. Это прошло. Теперь он обязательно должен выплатить с этой суммы 2,5%. Он выплачивает эту сумму неимущим и бедным. Можете, в принципе, прочитать 60-й аят суры Таубы. Там говорится 8 категорий людей, которым дается закят. То есть, теперь человек, который не выплачивает закят или не захотел выплачивать закят, у него есть закят, но он не хочет платить закят. Это разногласие среди ученых. Так же, как и намаз, тоже разногласие среди ученых. Но мы говорили, что правильным мнением является оставляющий намаз, он является не мусульманином. Здесь тоже закят, разногласие среди ученых. Но мы скажем, что правильное мнение ученых, иншаллах, является, если даже человек не платит закят, он, иншаллах, мусульманин. Если он намаз читает,
но не захотел, из-за своей жадности, допустим, не захотел выплачивать закят, он является мусульманином. Иншаллах, он является мусульманином. Теперь, что касается хаджа, паломничества к дому, то есть Мекку, то же самое, если у человека есть возможность, и он не делает, то есть он, если не, есть возможность уже собрать, как бы, есть столько количества денег, которое бы хватило ему туда и обратно, и на все его расходы, то он обязательно должен выполнить это поклонение. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто, у которого есть возможность сделать, выполнить это поклонение, и он не выполняет, то он умрет как неверующий, или как христианин, или же как иудей. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, смотрите, чем сравнил. То есть, если у тебя есть возможность сделать, и ты не делаешь, если ты умрешь, то ты умираешь обязательно или иудеем, или христианином. Поэтому тоже, то, что касается хаджа, тоже разногласия среди ученых. Есть слова Умара, который сказал, те, которые могут выполнить хадж, но не выполняют, они не являются мусульманами, он сказал. Поэтому надо быть очень осторожным. Я удивляюсь тем людям, которые есть возможность и не хотят ехать. Говорят, вот мне сейчас мне нужно купить мебель, мне нужно сейчас машину поменять и так далее. То есть получается, у мусульман, у них дуня, мирские блага важнее, чем поклонение. То есть он даже не думает, может быть, ты сегодня купишь эту машину, или ты, может, купишь эту мебель сегодня, но может быть что? И умрешь. Гарантия, кто тебе дает гарантию, что ты проживешь после этого? Может, ты умрешь, может, ты не успеешь этот хадж сделать. Естественно, если ты не успеешь этот хадж сделать по твоей же причине, потому что ты не захотел сделать этот хадж, потому что тебе надо было это купить, тебе надо было то купить, тебе надо было обставить дом, тебе надо было машину поменять, это все приведет к тому, что человек может умереть и не успеть сделать хадж. А человек, который имел возможность сделать хадж и умер, не успел сделать хадж, может тоже умереть нечестивцем. Пускай даже некоторые мусульмане сказали, может, он будет неверным, может, некоторые другие ученые сказали, может, он умрет не мусульманином, но мы говорим, что правильное мнение – это что? Даже если человек не отвергает, самое главное, чтобы не отвергал. Не отвергает, но из-за своей жадности или из-за своей любви к мирским благам не захотел сделать паломничество, то он, иншаллах, является мусульманином, но грешным мусульманином, грешником, и за которую он будет отвечать после своей смерти. Хадж – это такое поклонение, тоже имеет свои, что? Свои условия. Чтобы сделать хадж, у человека должно быть возможность. Что-то, что имеется в виду под возможностью? Как Аллах Субхану Тааля говорит, поистине является мусульманам или верующим, является делать паломничество к его дому, если у них есть на это возможность. И вот под этим возможностям что подразумевается? Подразумевается именно, во-первых, деньги или же, так скажем, средства, посредством которого он может что? Поехать туда и вернуться. Может, это своя машина, свой самолет, свой автобус и так далее. Или же просто присоединиться к какой-то группе и прилететь самолетом, заплатив за путевку. Если у него есть деньги, которых хватает достаточно для того, чтобы туда поехать, и чтобы ему там хватило на все его расходы и вернуться, также он должен оставить своих детей, своих родственников, свою семью именно с деньгами. Какое-то пропитание он должен оставить. И не разрешается человеку, у которого есть долги, ехать на хадж, на паломничество. Или он должен спросить разрешение у того человека, которому он должен, сказать, что вот у меня есть то количество денег, и я могу покрыть твой долг, но я хотел бы съездить, например, в паломничество, и я нуждаюсь в этих деньгах. Можно я съезжу, а потом тебе верну эти деньги? Если этот человек согласится, тогда человек может поехать. Если он не согласится, надо обязательным является вернуть этот долг, а потом заново копить, иншаллах, а потом уже съездить в паломничество. Кроме того, если человек у кого-то что-то несправедливо забрал, кому-то, например, у кого-то, так скажем, украл,
Может, даже если какой-нибудь у него партнер был, например, в торговле, и тот партнер не знал, что он у него брал деньги, не говоря ему. И если он узнает об этом, он очень сильно обидится. Значит, это является что? Без разрешения брать с общего бизнеса, с общей торговли деньги, это является зульм, несправедливость к своему партнеру. В таких случаях ты должен обязательно признаться в том, что ты это сделал, и попросить у него что? Прощения, чтобы он тебя простил, и потом вернуть все, что ты взял у него, посчитать примерно, а потом уже нужно ехать. Потому что паломничество – это такое совершенное поклонение, что чтобы оно было совершенным и идеальным, и чтобы Аллах Таля у тебя принял, надо еще что? Сделать то, что приведет к этому паломничеству и сделает его идеальным. То есть как цепочка, это хадж, как эта цепочка. Чтобы само поклонение было действительным, есть цепочка, которую эту цепочку нужно очистить от всяких харамов, несправедливостей или всяких незаконных действий своих. А потом уже нужно ехать туда и уже просить Аллаха Субхану Таля о своих прощениях, чтобы Аллах Таля принял это поклонение. И пятый столб ислама – это что? Саум, то есть пост во время Рамазана держать, является ваджибом для каждого мусульманина, для каждой мусульманки. Является ваджибом, является обязательным. То есть оставление этого является грехом, очень большим грехом. Поэтому даже те люди, которые не могут держать, они не просто говорят, я не могу держать и оставляю. Нет. Аллах Субхану ва Тааля предписал им что? Другие дни держать. Когда у него вернется здоровье, все нормально с ним будет, он должен другие дни. А если он вообще не может держать, то тогда Аллах Субхану ва Тааля разрешил ему просто за один день прокормить одного бедняка, и с него, иншаллах, упадет вот это вот обязательство. Кроме того, здесь пророк, салям, перечислил пять вещей, эти пять столпов. Но что вот эти пять столпов являются как бы столпами ислама, это в нем нет никакого разногласия. Разногласия среди ученых есть в шестом, потому что некоторые ученые добавили шестой столб ислама. Шестой столб ислама – это что? Амр биль маруф, то есть что призывать к хорошему и останавливать людей от порицаемого. То есть имеется в виду, какой-то должен существовать комитет, который будет работать этими вещами. То есть будут призывать к хорошему и останавливать людей от плохого. Это имеется в виду, естественно, в исламских странах. И это является обязательным, потому что в Коране очень-очень много раз это приводится. Например, Аллах Субхану ва Тааля говорит, твой Господь не наказывал народы до тех пор, пока среди них были те, которые призывают к хорошему и останавливают других от порицаемого. То есть это является очень важной вещью. То есть жизнь человека зависит от этого. Аллах Субхану ва Тааля может погубить народы, те народы, в которых что? У которых нету людей, специальных людей, которые занимаются именно призывая хорошему, амру биль маруф называется, то есть призывать к хорошему и останавливать от порицаемого. И это очень важно. И один из важнейших больших ученых, который придерживался того мнения, что амру биль маруф является шестым столпом ислама, это был Ибн Таймия, рахматуллахи алейхи. И мое личное мнение, что ислам зиждется не на пяти столпах, а шести столпах. Потому что есть очень много хадисов, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит об этом. И нужно между хадисами соединять и понимать смысл всех хадисов правильным образом, понять важность именно амру биль маруфа, то есть призывание к хорошему и останавливать от порицаемого, это имеет очень большую важность. Если это зависит жизнь не одного человека, а жизнь людей, жизнь народов, потому что Аллах Субхану ва Тааля губил эти народы только из-за того, что творили ихние руки. А комитет вот этот, он занимается именно этими вещами. То есть что? Призывает людей, напоминает людям, что сейчас настало время намаза, или же призывает их к хорошему, если они какие-то неправильные действия делают на улице, их останавливают от этих порицаемых действий.
Это то, что касается в исламских странах. А то, что касается не в исламских странах, каждый мусульманин должен чувствовать ответственность за амру биль маруф. То есть ты должен знать, что если есть у тебя возможность напомнить мусульманам о каком-то определенной вещи, или же если есть возможность у тебя остановить его, то это нужно сделать, это является обязательным для каждого человека, если у тебя есть возможность. Если у тебя нет возможности, тогда просто соглашаешься сердцем, и это будет самой низкой степень имана, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в своем хадисе, что человек должен, если у него есть возможность, исправить это руками, а если не может, то языком, а если и языком не может, тогда сердцем, и это будет самая нижняя, самая как бы слабая часть имана. То есть это будет указывать на слабость имана человеку. Даже сейчас на самом деле, вот, даже в некоторых арабских странах, люди, которые как бы придерживаются полностью религию, да, на него посмотришь, он с бородой там одевается правильным образом, в тибутейке там чуть ли там везде преподает, дава там занимается и так далее. Ну, например, если ты видишь, что он садится, допустим, на такси, в такси куда-то хочет поехать, и если таксист включает музыку, он даже ему не говорит: выключи музыку. Он не может это сказать. Многие из них стесняются. А от этого не нужно стесняться. Нужно просто правильный подход сделать. Нужно правильным образом это сказать. Подход должен быть правильным и мудрым. Если ты неправильно подойдешь и неправильно объяснишь, конечно же, тебя не примут. Если скажешь: выключи, что ты делаешь, ты что, не мусульманин, что ли, ты мне мешаешь и так далее, то человек у тебя не примет. Если ты постепенно, потихонечку ему объяснишь, что музыка является харамом, запретным, потому что пророк саллям запретил, также это очень отрицательно влияет на разум человека и так далее, он поймет, иншаллах. Также человек, каждый мусульманин или мусульманка должны знать именно условия, касающиеся именно амру биль маруфа, то есть призывать к хорошему, останавливать от прицаема. Не просто каждый человек, например, если пророк саллям сказал, что если можешь исправлять руками, значит исправляй, это не значит, что ты должен по улице ходить и, например, увидел человека, который курить, например, сигареты, взял у него изо рта и выкинул его. Ты не имеешь права. Это должен делать комитет. Комитет, который именно занимается этими вещами. Но мусульманин, который это имеет право руками исправлять, над теми людьми, над которыми он имеет что? Силу. То есть, например, над своими детьми. Если он увидит, что его дети старшие, например, в поколении своем или в своем возрасте, они старшие и делают что-то некрасивое, не положено по исламу, например, ты должен, можешь его исправлять, можешь исправлять руками, побить немножко, чтобы он понял, что это нельзя делать. Естественно, перед тем, как бить, надо обязательно объяснить, что это неправильно, что это нельзя и так далее. То же самое, вторая степень амру биль маруфа, то есть, что призывать к хорошему и останавливать людей от порицаемого. Вторая степень – это языком. Если ты, то есть, не можешь руками это сделать, ты хотя бы должен языком это исправить. Вот эта вторая степень уже относится к каждому человеку. Даже если нет комитета, ты являешься как будто бы место комитета. То есть тебе становится обязательным. Обязательным и является ваджибом. Если ты увидел что-то порицаемое, то обязательно сказать. Или если даже не порицаемый, то увидел, что нужно сейчас человека позвать. Например, ты знаешь, что человек мусульманин и не ходит, например, в мечеть, джаматом, например, не хочет читать мечети. Но ты решил почувствовал ответственность, что это ваджиб, и пошел, ему сказал, что вот является ваджибом джаматом читать, пожалуйста, пойдем с нами, иншаллах, вместе почитаем джамаат намаз, то есть коллективный намаз, иншаллах, вместе прочитаем, и объяснить ему, сколько там савабу будет, да, сколько вознаграждений и так далее, и так далее. Поэтому само призыв к хорошему и останавливать людей от порицаемого, то есть амру биль маруф ва нахи аниль мункер, у него есть очень много условий, которые нужно каждому человеку соблюдать. И самое важное, что для этого нужно знание, для этого нужно знание. Без знаний невозможно. Без знаний невозможно напоминать людям правильным, красивым или мудрым способом. Потому что можем мы что-то сказать человеку, а может он обидится. Может он обидится и может не принять у нас. А если у нас есть знания,
опираясь на свои знания, мы можем мудро подойти к этому человеку и мудрым образом, красивым образом объяснить ему, Также тот человек, который делает какие-то грехи, тоже мудрым образом можем его останавливать, иншаллах. Это то, что касается все самых как бы важных постановлений нашего хадиса, сегодняшнего третьего хадиса. И, иншаллах, мы его очень коротко разъяснили. И я благодарю вас за внимание. Джазакум Аллаху хайран, ва барака фикум, ассаляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракатуху.